Миллиарды просмотров и часов воспроизведения – такова ежедневная статистика платформы YouTube. Одни пользователи предпочитают смотреть видеоролики, а другие – создавать их. И о том, как раскрутить свой YouTube-канал и создавать качественный видеодизайн, студентам Крымского федерального университета рассказали на мастер-классе. Мы будем обсуждать, как сделать крутой канал малыми силами. Обойдусь без статистики и научных терминов, поделюсь только реальным опытом. Автор, редактор и ведущая YouTube-канала «Политическая Россия» Анна Сочина рассказала, как создать, вести и чем наполнить свой канал. Как и все новички, она начала свою деятельность в благосфере с простых материалов, а сегодня уже перешагнула отметку 800 тысяч подписчиков. Самое главное, чтобы людям не было скучно. А тема может быть максимально сложная, но если вы ее донесете простыми какими-то словами, то успех обеспечен. Секрет успеха видеоконтента на YouTube прост, рассказывает Анна. Он состоит из нескольких факторов. Факт-чекинг, верификация информации, регулярность и дозированность материалов, баланс эмоций и фактов, громкость названия и картинки, а также участие известных персон в видеоролике. Елена Кантузова-Вантула участвует в разработке и создании медиапроектов Международного информационного агентства «Россия сегодня». Занимает должность моушн-дизайнера. На мастер-классе рассказала студентам о правилах качественного дизайна на примере собственных работ. Студенты отметили, что мастер-класс дал им не только полезные знания, но и мотивацию развиваться в блогосфере. В нашем современном мире, когда развивается больше интернет-среда, чем печатные, другие СМИ, и сейчас все туда перекочевывают, поэтому это очень интересная тема, и всегда круто этому научиться. Мастер-класс организовало Крымское подразделение Международного информагентства «Россия сегодня» совместно с медиашколой КФУ имени Вернадского. Яна Дудченко, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.